Студия «Пародист». Уважаемые сотрудники славной компании «Рога и копыта», сегодня мне хотелось бы обратиться к защитникам Родины. Я обращаюсь ко всем мужчинам, ко всем тем, кто в трудную минуту встанет на защиту нашей необъятной Родины. Знает китаец, знает еврей, что российская армия всех сильнее. Помнит Берлин, как от Красной Звезды он получил в 45-м... В общем, броня крепка и танки наши быстрые. И я поздравляю всех, кто в армии служил и кто откосил. Праздник 23 февраля – это общий праздник. И отмечать его должны все, кто считает, что он сможет в трудную минуту защитить своих родных и близких. Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет всем женщинам вашей компании. Обращаю внимание руководство. Лучшее, что можно подарить на 23 февраля, это выходной 24-го. Еще раз поздравляю всех с праздником. И я считаю, компания «Рога и копыта» лучшая –